Добро пожаловать на канал «Вкусно жить не запретишь». Сегодня приготовлю вкусный полезный суп из брокколи, овощей и риса. Понадобится 0,5 кг замороженной брокколи, замороженная овощная смесь, в составе которой также есть брокколи, замороженный зеленый горошек, кукуруза, 2 столовые ложки риса, любая зелень на ваш вкус, у меня укроп, петрушка, зеленый лук, 1 луковица для приготовления зажарки, соль, перец, лавровый лист, растительное масло и белый хлебушек для приготовления сухариков. В кастрюлю с кипящей водой сразу же отправляю вариться замороженные овощи. И брокколи. У меня брокколи вот такая крупная, но делить ее на отдельные маленькие части я не буду. Буду варить вот так целиком. Накрываю кастрюлю крышкой и жду, когда все закипит. А в это время одну луковицу нарезаю на небольшие кусочки. Будем готовить зажарку. У меня хорошо разогрелась сковорода, я добавила растительного масла. Обжариваю лук до мягкости, до золотистости. Несколько кусочков белого хлебушка нарезаю на небольшие кубики. Будем готовить сухарики. Вот у меня уже подзолотился лук, эту сковороду можно отставить. А на другой сковороде чистой будем готовить сухарики. Наливаю немного растительного масла, хорошо разогреваю сковороду и бросаю один раздавленный зубчик чеснока. Будем обжаривать чеснок до коричневого цвета. Получится такое ароматное чесночное масло. Обжаренный чеснок убираем, он нам больше не понадобится. А на этом ароматном масле будем готовить сухарики. Периодически помешиваем, чтобы они не перегорали. Жарим на небольшом огне. Вот уже и закипели овощи. Добавляю замороженный горошек, кукурузу. Добавляю по вкусу соль. 2 столовые ложки риса промываю в теплой воде. И промытый рис отправляю к овощам вариться. Буду все это вместе с овощами варить до готовности риса. Это много времени не займет, буквально 5-7 минут. Вот уже и готовы сухарики, перекладываю их в пиалочку. Сверху посыпаю измельченным чесноком и зеленью. Прошло 7 минут, овощи потихонечку кипят, рис уже сварился. Также сварились все овощи. Теперь добавляю обжаренный лук в зажарочку. Лавровый лист. И по вкусу поперчу. В самом конце, за 1 минуту до готовности, добавлю измельченную зелень. Наш суп практически готов. Прокипит буквально 1 минутку и можно выключать. Накрою крышкой и дам настояться. Суп готов. Он получился очень-очень ароматный, очень вкусный и полезный. В нем очень много овощей. Кладезь всех витаминов. Этот суп следует подавать сразу же, как только вы его приготовили. Он очень вкусный и ароматный. В супчик прям в тарелку добавляю чесночные сухарики и подаю. Попробуйте приготовить такой вкусный суп. Я думаю, вам понравится. Он подойдет для тех, кто соблюдает пост. Всем приятного аппетита!
Готовьте и вы, радуйте себя и своих близких!